Академия массажа Микулина Андрея Леонидовича. Так, Наташа, у тебя 15 минут съемки, 15 минут промоты. Объект Андрей Микулин, спина по выборам, лечебный массаж. Юль, контроль времени. Середина, там где-то минут 7,5 сказать, и ближе к концу сказать. Все, что сейчас мы с вами проговариваем, все пишется. Звук идет один в один. Не судите меня строго, да? Я сейчас петь продолжу. В качестве модели на экзамене выступает Андрей Микулин. На его спине студент выполняет процедуру массажа. Андрей Микулин оценивает технику выполнения массажа, а также подготовку массажиста. Андрей Микулин – самый счастливый человек сейчас на этой земле. Три профессионала ему делают профессиональный массаж.
Половина времени прошло. Thank you.
минуты осталось. Я встаю. Да? Голова? Нет, я счастлив. На самом деле понравилось. Устала? Ну, аж слезы на глазах у меня были. Немножко, да. Переживаю. Переживаешь, да? Yes, Наталья, мне все понравилось, все отлично. Вот, тебе что удалось, тебе удалось. А вот этими движениями, которые ты со стороны головы вот так вот делал, когда плавнешь, mm-hmm. у меня в районе 7-го шейного 1-го грудного у меня произошло расщелкивание. Слышу. Да? Вот, это бывает очень редко. Это бывает редко. Обычно 7-й шейный, 1-й грудной, они намертво. Если они защелкнуты, их оттуда вытащить только или мануалкой там, или каким-то другим вниманием. У тебя это удалось. Потом, концовка. Мне концовка понравилась на крессе, когда ты работал на крессе, растяжки. Угу. У них очень хороший эффект. А методика лечения была выбрана правильно, техника хорошая, продавливание, глубокое давление было. Элементов, которые бы мне не понравились, мне. Я тебя поздравляю, ты закончила второй курс. Спасибо. Вот, да. Я тебе вручаю сертификат. На камеру. Второй курс, ты у нас массажист, профессионал второй категории. Спасибо большое. Да, да, да. Спасибо большое. Пожалуйста, большое. Вот, это еще не все, это еще не все. Мне бы хотелось по итогам 2017 года вручить тебе еще диплом за волю в победе. Диплом за волю в победе Шараускас Наталья Вячеславовна по итогам 2017 года за целеустремленность, терпение, волю, сосредоточенность на выбранной цели при изучении массажного искусства. Очень хорошо ты здесь, на этой фотографии, с самым таким хорошим таким пациентом Алексеем. Верхом. Колочным, вот, да. И чья-то еще рука здесь. Рука это... Она держит, чтобы человек да, никуда не уехал. Спасибо большое. Так, если можно, на ту сторону, и мне расскажи, что тебе больше всего запомнилось на втором курсе. Ну, я больше... На втором курсе я, на самом деле, узнала больше, чем на первом. Достаточно много всего было интересного. А самое главное, я... узнала на втором курсе, как максимально можно вылечить человека глубоким массажем. Не то, что там поверхностно, имея какую-то технику, как двигаться, как мы изучали на первом курсе, а вот именно глубокий массаж, не то, что правила лечения, а вы нас научили, как выбрать для себя правильное направление для лечения того или иного человека. Подойти с своей точки зрения, то есть вы нам это не навязывали, вы нам помогли это осознать своими трудами, вашими трудами, нашими мыслями, так сказать, понять. Ясно, спасибо. Следующий такой вопрос. Я когда-то принял решение, сначала был один курс у нас 80 часов, потом я поделил его на два курса, первый и второй. Я прошел и первый, и второй курс.
для себя хочу понять, на самом ли деле правильно мое такое решение, что было разделить первый курс и второй? Да, однозначно. Однозначно, да, это правильно, да? Правильно. Mm-hmm. Правильно. То, что вы нам не дали на первом курсе, мы выдали нам... На первом курсе вы дали нам технику, mm-hmm. движение, как правильно руки поставить, как к человеку подойти, как с ним общаться. Ну, а на втором же курсе более глобально, уже более глубоко. Ясно. Спасибо большое. Еще раз поздравляю. Творческих тебе успехов. Спасибо. Чтобы все было хорошо. Спасибо. Стоп, всем. Экзамены в нашей Академии массажа нельзя оценивать как что-то такое завершающее, как конечная линия. Это только начало. Начало пути. Начало пути массажиста в мир массажа. Очень сложный мир, но достаточно интересный.